Испанский городок Убрике с 18 века гордится своими изделиями из кожи. Местные мастера шьют сумочки и клатчи для модниц всего мира. В Убрике работает около 100 семейных предприятий. Так в чем же секрет успеха? С детства меня учили быть внимательным к любым деталям, хорошо шить, накрепко склеивать, как следует разглаживать и беречь кожу. Благодаря этому изделие получается качественным. Мастерские Убрике смогли пережить экономический кризис, несмотря на конкуренцию со стороны дешевой продукции. В последние годы многие компании отказываются от закупок в Китае и возвращаются к испанским поставщикам. В настоящее время Убрике снова стал производственным центром. Невозможно перечислить все люксовые бренды, которые заказывают продукцию в Убрике. Проще сказать, кто этого не делает. Испанцы уверены, причины тут две. Во-первых, клиенты ведущих брендов не смотрят на цену. Они хотят покупать хорошо сделанные вещи. Во-вторых, женская сумочка – это великолепный роскошный аксессуар. Мода стала демократичной. Вещи могут быть и дорогими, и дешевыми, но сумочка по-прежнему символ роскоши. В Убрике хорошо налажено не только производство сумок, но и обучение их пошиву. Руководители компании решили создать школу профессионального обучения. Такого раньше не было. Рабочие получали знания в мастерских и на заводах. Сумочки, сделанные в Убрике, считаются лучшими в Испании. По данным Института внешней торговли, объемы экспорта кожаных изделий из провинции Кадис с 2009 по 2015 год увеличились в 3 раза. Местные компании надеются привлечь еще больше покупателей.